I think that's the art for me. Вот для меня это искусство. There's another saying called curiosity killed the cat. Еще, знаете, есть такая пословица, любопытство убило кошку. You have to be curious, but don't get killed. Любопытство, любознательность необходимо, только смотрите, чтобы вас не убило это. Art for me is about curiosity. Для меня искусство это про любопытство. To go up. Любопытство и любознательность в том, чтобы взобраться выше. If I don't do this, coward. Если я этого не сделаю, я трусих. Boring. И вообще скучный, неинтересный человек. A lot of people, I teach at university last year. Я преподавала в прошлом году в университете. And my students always ask me like, oh, is my piece good? Is it okay? Is this okay for the assignment? А у меня мои студенты все время спрашивали, ну как вот эта работа хорошая, подходит она, нормальное задание сделала? I don't know. Я не знаю. That's my answer. Я всегда говорила, не знаю. Because what she was doing was saying, can I go up? Потому что на самом деле мне по сути задавали таким образом вопрос, можно мне взобраться? It's not my place, you have to go. And when you go, you just go. Но это как бы не мое место. То есть собираться должны вы, а когда вы решаете собираться, тогда собираетесь и все. I think art is an upward arrow. Мне кажется, что искусство и есть вот такое восхождение. It's a process of going up, but not getting there. Это процесс восхождения, но при этом надо не перевалиться за черту и не закончить самоубийством. That's why myth of Sisyphus. Поэтому это называется миф о Сизифе. There is one paragraph that I think is really beautiful. Существует один абзац, который мне кажется очень красиво написан. And I'm gonna ask you to translate.